Всем привет! Вы снова на канале Антон Федошенко, и сегодня мы с вами поговорим о фото-видеосвете, который я использую. Ну что, давайте начинать. Поехали! Друзья, все мы прекрасно понимаем и знаем, что когда мы делаем фотографии или видеосъемку, нам нужен свет, который поможет нам осветить объект, который мы снимаем, или осветить самих себя, когда мы снимаем. И я специально для вас решил сделать подборку фото-видеосвета, который я использую, от компании Olanzi, и немножко рассказать о них, какие вообще они есть. Ну что, начну я, наверное, с самого маленького видеосвета, который у меня есть. Это компания Olanzi, модель VL15 RGB. Вот такой вот маленький светильничек. Я сейчас буду демонстрировать. Выключу передний свет и посмотрим, как он. Я его сейчас включу. Он разными оттенками светит. Вот я переключаю режим и дает белый холодный свет. Я сейчас выключу освещение, и вот смотрите, как он освещает мое лицо. В принципе, если его использовать так, как для небольшой подсветочки, то в принципе, но сейчас буду переключать режимы. Здесь такой а-ля дискотеки режим: красный, желтый, даже оранжевый, сейчас желтый, зеленый, голубой и синий. Вот такой вот, еще тут какой-то такой розовенький. Вот такой вот светильничек я использую. Это, еще раз повторюсь, Olanzi VL15. Ссылочку на него оставлю в описании, потому что это первый, о ком я хотел поговорить. Вот такой маленький малыш. Здесь вот такой вот башмак, холодный башмак, который можно прицепить на фотокамеру, если он у вас, фотокамера у вас есть. Или можно прикрутить на штатив резьбой 1/4 и поставить его как задний фон, чтобы это все выглядело симпатично. Вот такая вот первая модель, о которой я хотел рассказать. Вторая модель – это тоже компания Olanzi. У меня будут они сегодня все. Это VL49 RGB-шный. Это тоже вот такой вот светильничек, который заряжается от Type-C, как и этот. Все они заряжаются USB Type-C. Также вот можно поменять режимы различных цветов. Вот так вот он светит. Сейчас я переключу на, вот, пускай будет 2570 кельвинов температура. Это теплое освещение здесь можно, если что, сейчас поменять. Вот так вот он освещает это на вытянутой руке. Сейчас я поставлю более холодное освещение. Вот если вы видите, как меняется температура. Уже более такое дневное освещение, вот так вот он светит. Ну, по поводу цветных вы уже поняли. То, что в нем очень много, тоже можно подсветить сбоку, можно подсветить здесь. Можно поставить как контровой, можно поставить спереди. В принципе, если небольшое помещение, то вам его вполне достаточно. Также сейчас выключу эту модельку, включу здесь свет. Для того, чтобы, если вдруг вы взяли его с собой, то тоже плюс, помимо крепления, здесь есть магнит с этой стороны, который помогает прикрепить вообще этот свет на любую железную поверхность. Если вы идете по улице и хотите там сделать крутую какую-нибудь интересную фотографию, то можно прицепить к водосточной трубе или к какой-нибудь перилам, к лестницам железным. Или если там снимаете какой-нибудь влог на кухне и хотите снять там, не знаю, видео, как вы готовите, то можно прицепить на холодильник, на вытяжку. И вообще это очень такой приятный бонус, потому что иногда это очень нужно. Это VL49 RGB. Тут 2000 мАч батарейка. Где-то зарядов должно хватить где-то часа на полтора на полной мощности. Если вы будете делать интенсивность света мощности где-то процентов на 50, то я думаю, часа 2,5 он проработает. Вот такой вот приборчик. Следующее, о чем бы я хотел поговорить, это вот такая вот маленькая тоже осветительный приборчик компании Olanzi. Модель под названием iLight. Это тоже RGB-шный свет. Сейчас мы его включим. Здесь как раз стоит 5500 кельвинов. Холодное такое, ну, тепло-холодное освещение. Сейчас выключу свет, и вы посмотрите, как оно освещает. Вот так вот на вытянутой руке. Вертикально-горизонтально я держу. Вот так вот оно смотрится. Также можно освещать, как вам хочется. Сейчас включу свой свет основной. И единственное, в чем отличие от этих, здесь также, во-первых, есть магниты, которые можно также прикрепить куда вы хотите и как хотите. Можно использовать вот такую вот, получается, такой штативчик от компании Olanzi MT14. Можете прикрутить вот так вот, и у вас будет треножка стоять. Также здесь ножки можно удлинить, чтобы чуть-чуть было повыше. Вот такой вот свет. Также можно поставить как фон, потому что вот если вы не обратили внимание, горит тоже источник, это такой же источник стоит. И вот здесь вот синий свет, это как раз вот эта вот моделька, у меня два источника, которые я использую. Помимо того, что здесь есть режимы различные, которые могут вам скрасить вечеринку, например, вот такой вот именно RGB-шный свет. Потом здесь есть, сейчас будем переключать, типа а-ля телевидение, наверное, оно, видите, ярче и темнее становится. Потом свеча, так если для романтики составить атмосферу, вечеринка под разные цветовые, потом здесь пульсация, такая вот, видите, стробоскоп, устроить вечеринку можно, потанцевать, повеселиться, если вы собираете там включить музыку и вообще получить удовольствие. RGB стробоскоп, папарацци,
если там для киношных эффектов. Итак, здесь вообще получается у нас целых 20 режимов, которые можно использовать. Это Olanzi iLight. Тоже ссылочка на него будет в описании. Цена очень доступная, в принципе. Поэтому я считаю, что при всех тех ситуациях, если вы хотите использовать вообще какие-то себе подсветки для своих видеороликов или для каких-то творческих фотографий, то очень-очень даже рекомендую. Следующий источник света, который я бы вам показал, это Olanzi VL120, тоже RGB. Здесь у нас получается вот такой вот свет. Вот такая вот штучка небольшая. И вот это вот рассеиватель, который можно сделать более мягким освещением. Все то же самое, как и на всех других источниках. Сейчас мы его включим. Как он будет освещать? Я сейчас включу режим. 6500, 10 кельвинов будет у меня тут стоять. Поставлю в рассеиватель, выключу свет, и вот так вот на вытянутой руке он тоже освещает. Вот можно так же, как и все остальные поставить. Можно один использовать, просто осветить себя. Вот такой вот приятный вообще видеосвет. Это если смотреть, как он без рассеивателя. Видите, он более мощнее становится, потому что свет становится более жестковатый. И если вы хотите более мягкое освещение, то, конечно, лучше прицепить вот так вот в рассеиватель и получить эту вещь. Также здесь режимы, как вот в этом. Можно выбрать различные режимы. Единственное, здесь получается, сейчас выключу этот. Единственное, здесь резьба под 1.4 можно поставить на штатив, или есть специальный переходничок, который вы вкручиваете и можете прицепить на камеру в холодный башмак для того, чтобы снимать. Вот такая вот моделька Olanzi VL120. Следующая, наверное, как раз завершающая светильничек Olanzi VL110. Это как раз крайняя моделька, которая мне пришла. Это на ней я делал уже обзорчик и распаковочку. Это вот такая вот трубочка как раз. Я сейчас выключу, и вот так вот она светит. Освещает меня прям хорошо. Мне кажется, достаточно. Можно ее вот так вот поставить, и она будет прекрасно светить меня, освещать. Также можно сделать как контровой. Можно здесь плюс вот этой штуки есть тоже магниты. Можно прицепить на любую железную поверхность. Не занимает много места. При полном 100% вообще этом, 100% мощности где-то 1,5 часа работает смело. Но я думаю, так сильно много не нужно. И то, опять же, я с этой штукой делал фотографии на отчетном концерте одной из записывающих студий, и как раз я использовал данный светильничек, чтобы подсветить людей, чтобы не использовать вспышку. На вытянутой просто одной рукой вот так вот держишь, подсвечаешь, второй рукой фотоаппаратом фотографируешь, и вообще смотрится прекрасно. Ну, естественно, как бы различные оттенки. Вот так это все смотрится. Можно поменять различные цвета. Так, сейчас мы их переключим. Ну, чтобы вы понимали сейчас вот, как тут меняются оттенки. Вот такой вот источник света. Тоже доступная цена, компактная, не тяжелая. Любая девушка сможет взять с собой, если девушка-фотограф, и отснять с помощью нее там крутые, как я уже говорил, творческие фотографии или какие-то, не знаю, подсъемки видео, чтобы было более нормальное освещение. Поэтому вот такие вот источники света я использую. Вот они все мои источники света, которые у меня есть, и они все предназначены для, как бы, понятное дело, одного, но иногда, допустим, большой брать не хочется, можно взять маленький и также его использовать, потому что, например, я вам сейчас покажу, иногда я маленький свет этот использую, когда снимаю какие-то ролики, и можно, допустим, поставить там, допустим, красненький, и мы вот поставим его вот сюда, вот так вот, как фоном, и он будет как фоном там смотреться, подчеркивать объем картинки, и этого будет достаточно. Поэтому вообще, однозначно, вот эти все светильники я рекомендую. У всех разная цена, у всех, конечно же, разные мощности. Они светят немножко по-разному, у них нет такого, что они одинаково освещают. Но в любом случае, вы сможете подобрать под себя каждый светильник, какой вы хотите. Ссылочку смотрите в описании под роликом. Обязательно заказывайте, если вам понравилось. И спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Оставляйте свои комментарии, нравится, не нравится. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на все мои социальные сети. И, как всегда, не прощаюсь и говорю, до скорых встреч.